сегодня доллар 51 рубль 14 копеек, евро 57,16. ТРФМ продолжается утреннее шоу «Первая смена». С добрым утром. Регистратор есть, все, Слав, стой на месте, стой на месте. Козел, бля. Что алкашам найду, он хотя бы стихи знает, какое-то веселье. Меня вообще бесит, когда люди лезут в мою личную жизнь, даже если это мои друзья. Там сейчас с одноклассницами, у них всех есть дети. И они, знаете, такие одержимые мамаши, потому что они весь вечер разговаривали. Ездили, блять. Кокорина в этом году. Он даже не где-то, Анатолий
Тимощук, в эфире телеканала «Футбол 2». Это урод, сука! Конечно. Там? Сереж, ты сейчас, сейчас, сейчас. Ой, блядь, давай, дураки, он, блядь, как специально, как будто я тут не была пизда. Вы че, ёб твою мать? Ой, блядь, он пьяный, похоже, сука. Он пьяный. Отойдите, машина взорвется там! Отгоняй машину! Там машина взорвется, отгони!